Здравствуйте, друзья! С вами солнечный весенний выпуск Forbes Digest. Сегодня вас ждет. В этом выпуске вас ждет розыгрыш макбука от основателя группы IB Ильи Сачкова, опрос миллиардеров на съезде РСПП, рубрика Forbes Gram, самые молодые миллиардеры мира и Кайли Дженнер, города, где живут самые богатые люди и многое другое. Неделя российского бизнеса. Именно так РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, ознаменовал прошедшую неделю. Ключевое мероприятие. На нем обсуждаются и формируются предложения взаимодействия государства и бизнеса. Присутствуют президент Путин и лидеры списка Forbes. Мы спросили миллиардеров о климате в бизнесе и политике. Виктор Фельдович, что самое яркое было на закрытой части выступления? Владимир, а если бы вы попросили Путина, то о чем? Если бы попросил, я бы обязательно вам сказал. Я вообще никогда у власти ничего не прошу. Владимир Сергеевич, мы хотели спросить, что было яркого на закрытой части встречи с Владимиром Путиным? Яркое было неподдельный интерес Шохина по поводу ситуации с японскими островами. А вы попросили что-нибудь у президента? Не, мы ничего не просили у президента. А что вообще сейчас нужно как бы нашей экономике для того, чтобы улучшить инвестиционный климат? Позитива. У нас везде все хорошо, потому что чем больше у нас хорошо, тем в других местах будет хуже. В этой связи президент говорил о необходимости скорейшего принятия специального закона по поддержке инвестиций. Бизнес очень нуждается в таком законе. А о чем сегодня встреча была с президентом? В общих направлениях развития экономики страны и внешней политики. О чем нибудь попросили? Владимир Владимирович? Нет, таких просьб не было. Все было в рамках той дискуссии, которая велась на съезде по ожиданиям, по введению закона о поощрении инвестиций и капиталовложений. Про санкции речь фактически не велась. Ну, говорилось, наверное, что будут усложняться многие вещи, но... Что будут усложняться? Усложняться взаимоотношения, но то, что про это санкции... Президент сказал тогда? Ну, да, ну, то есть они пока что не видно, что будут они улучшаться. Скандал с Майклом Калви, задержанием американского инвестора, новости о новых санкциях. Вы как к этому относитесь? Я их не чувствую. То есть для вашего бизнеса это совсем не ощутимо никак? Нет, спасибо. А Россия будет развиваться экономически в ближайшие годы? Конечно. У нас нет шансов не развиваться. Ни одного шанса. Мы решили расширить рубрику Forbes Gram. Многие из наших героев используют другие социальные сети. Подборка самых актуальных постов этой недели. За последнее время министр экономического развития Максим Орешкин выложил несколько фотографий в свой аккаунт. После критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина Орешкин ставит в подпись к фото «Меньше слов, больше дела». И, конечно же, работаем. Самый молодой миллиардер Кайли Дженнер выложила слова благодарности Forbes. Кайли, и тебе спасибо. Пост собрал уже 6 миллионов лайков. Перепалки в Фейсбуке. Алексей Навальный написал обличительный пост про тройку диалогов Рубена Варданяна и экономиста Андрея Мовчана. Андрей Мовчан ответил господину Навальному: «Занимательное чтиво на час точно». К слову, гость нашего предыдущего выпуска Тимур Бекмамбетов, один из немногих, кто публично поддержал миллиардера Рубена Варданяна, написал следующее: «Собака лает, караван идет». С недели РСПП самое яркое фото выложили мы в свой аккаунт. Это первый ряд съезда РСПП. Сколько денег у людей на этом фото? Более 60 миллиардов долларов. Кроме этого, мы выложили видео, как зал, полный бизнесменов и статусных политиков, встречает президента, как на концертах снимают на смартфоны. Гость этого выпуска – молодой бизнесмен, который входил в рейтинг Forbes 30 до 30, борец с киберпреступностью, основатель компании Group IB Илья Сачков. Недавно он тоже встречался с Владимиром Путиным, рассказывал о своем бизнесе президенту. Group IB? Group IB. 77 миллионов клиентов мы защищаем, 330 человек у нас работает, средний возраст 26 лет. Ты буквально месяц назад был у президента Путина, ему ты сказал, что Group IB круче Касперского. Вот русская компания Group IB в пятерке, в 4 раза круче, чем Касперский. Вот. В чем и во сколько раз Group IB круче? Круче в том, что мы лучше обнаруживаем известные вирусы,
и делаем это в 4 раза лучше, чем аналогичную технологию лаборатории Касперского. И в целом наш технологический стек, который мы начали делать, изначально группа IB — это патологоанатомы, которые расследуют. Мы же расследование делали для защищенных компаний, которые приобретали антивирусы у компании лаборатории Касперского либо у любого другого антивирусного вендора. И в тот момент эти компании были уже настолько большие и настолько они подсадили народ на миф о том, что антивирусы очень сильно нужны и очень сильно помогают, что им было в тот момент все равно, что они уже не ловят серьезные вещи. И мы начали делать кое-что другое, чтобы эти вещи детектировать. Уже от Касперского не было никакого фидбэка? Ну, я могу ему давать платные фидбэки, наоборот, консультировать его. Вместо того, чтобы покупать здание, я бы проинвестировал в кучу стартапов, которые Касперский до сих пор не купил, насколько мне известно. Кто покупает здание? Ведь оборотка денег, которые уходят в здание, если вложить ее в... Ты про их офис. Конечно, это же самая глупая вещь. Это в тот момент, когда они купили офис, я понял, что теперь все мои основные конкуренты в Америке. Потому что это полная глупость. Если человек покупает здание в России из оборотных средств, для меня это уже не конкурент. Но это просто считается в инвестиционной модели очень просто. То есть, если бы ты эти деньги купил 10 стартапов в Израиле, 10 в Америке, 10, ты нивелировал бы политические риски, общая капитализация, либо даже если в свою оборотку нанять сотрудников, ну просто купить здание. Вот офис в Сингапуре, главный, группа IB, он не испортит отношения с тем штаммом, например, правительством? Ты недавно говорил в интервью, что у вас 65% заказов, клиентов, это все-таки из России люди. Да, но это бизнес российский. И международный бизнес, который инкорпорирован в России, это не государственная выручка. В чем преимущество? Английское право, non-compete, финансовый центр, нейтралитет, отсутствие коррупции на государственном уровне. Сингапур делает честные конкурсы. Сингапур позволяет нанимать людей в офис из разных стран. Сейчас мне в Москве нанять немца на работу – это огромная проблема с кучей документов. Принять платеж в Россию из зарубежного офиса какой-то компании – это 7 кругов ада. Это печать, это валютный контроль и многие-многие другие вещи. Поэтому глобальная штаб-квартира, она будет в Сингапуре. Одобрение и отношения – это не та история, ради которой мы работаем. Если кому-то нужно решить задачу, он к нам придет и ее решит. Одобряет он то, что мы делаем, не одобряет. Мне как инженеру и человеку, который очень много там лично, плюс там моя замечательная команда, любимая, помогла в таких ситуациях нашей стране найти злодеев, защитить критическую инфраструктуру, много таких вещей, за которые мы не получили ни копейки. Поэтому у меня нет никаких... Я преподаю в Бауманке, я поддерживаю родной университет, я поддерживаю свою школу, я помогаю воспитывать детей. Если кто-то считает, что российская компания на данный момент может вести международный бизнес из России, и он мне это докажет, то я тогда готов с этим поспорить. Я могу сказать следующее. Если российские технологии хотят быть глобальными, то мне сейчас выгоднее это делать из Сингапура, и при этом Россия от этого не обеднеет. Все налоги, они будут, естественно, платиться в России. При нашей структуре инкорпорирования. И интеллектуальная собственность, она разработана в России. Поэтому, вот если кто-то скажет, это не патриотичный шаг, но этот человек просто дебил, вот я так могу сказать, сделайте мне условия, когда я могу принимать деньги на российский счет и не объяснять людям, которые с 2006 года не используют печати, для чего это нужно нашему валютному контролю. И почему я валютному контролю должен доказывать, что я не шпион, принимая деньги не из России. Экспортирую российские технологии, блин, в лидирующие банки. Поэтому нет, сделайте, пожалуйста, систему, чтобы я мог нормально работать в России. Моментально глобальная штаб-квартира группы IB вернется, совместится с российской штаб-квартирой. В эту же секунду. Россия – родина великих инженеров, и решения должны приниматься не потому, что так сказал президент или кто-то к нему попал, а потому что у людей есть логика. Вот это не работает, это работает лучше. Если это покупает Сингапур, почему мы не покупаем это мы?
посмотрите мой телемост с Медведевым. Желаю стать следующим Касперским, чтобы не только с известной фирмой были отношения и у государственных структур, но и с другими структурами. То, что ответил Дмитрий Анатольевич, мне показалось, что это типа неудачная модель Siri. Если бы я знала, я бы вам сказала, чтобы вы обязательно включили меня в этот прекрасный день, и мы с вами съели по мороженому. Я не понял ответа, потом пересмотрел, еще раз посмотрел, не понял. И это, кстати, главная проблема, вот я считаю, там, российских инноваций. То, что изобретено в России, первым должно купить государство. Мы по-прежнему ходим, да, типа у нас история с импортозамещением, слышатся разговоры, у нас война с Америкой, большинство закупок американские технологии, которые имеют хорошие аналоги в России, дешевле и лучше. Поклонники, инсайдеры группы IB показали мне вчера вашу нестандартную рекламу, где бомжи рассказывают про киберпреступления. Сейчас такой хайп идет на разные рекламы, вот про Рибок мы снимали передачу. Я хотел тебя спросить, Илья, что ты хотел сказать этой рекламой, зачем у вас там бомжи, и удачная ли эта рекламная кампания? Мы сейчас ее посмотрим. Я группу IB позвонил, чтобы в ходе фото посмотрели. Вроде атака спуфина. Он на оплате спалился. Он дурак, под тором сидел. Но это было давным-давно. История этой рекламы очень простая. Первый тезис очень важный. Мы на нее потратили ровно 0 рублей. Мой друг, КВНщик, снимал рекламу с этими же актерами, которые на самом деле не актеры, а самые настоящие жители нашего города, про КВН. И так как он знал, что я очень сильно увлекаюсь кибербезопасностью, он говорит, а давай будет смешно, если они будут говорить на ваши темы. Напиши какой-нибудь текст. Я написал текст, немного связанный с расследованием DDoS-атаки, и они это прочитали. Могу сказать, что смешно было, наверное, только мне. Такой юмор существует. Это периодически бывает, я выступаю перед компанией либо перед большой аудиторией, и я рассказываю какую-то шутку, и смеюсь только я. Наверное, как и в этой рекламе. Но она мне до сих пор кажется смешной, и в ней есть пророческая... некие пророческие высказывания, которые подтвердились, и узкое количество специалистов, наверное, около 7 их оценили и сказали, о, ты был прав. В этот раз у нас, кажется, будет самый большой конкурс за всю историю Forbes Digest, Илья Сачков собирается подарить. MacBook Air и 10 экранирующих чехлов для смартфонов и мобильных телефонов за лучший сценарий двухминутного ролика, в котором играют неизвестные актеры, то есть привязка не должна быть к известности актеров, который раскрывает с юмором деятельность группы IB, либо технологии, либо расследования за 2 минуты. И это должно быть формата смешного, такого экстравагантного ролика. Опять же, не привязка к актерам, не мультипликация, а интересный двухминутный сценарий для того, чтобы снять его на территории России. Лучший ролик мы, естественно, снимем и укажем автора сценария в титрах. Условия конкурса в описании. Присылайте свои сценарии в комментариях, пишите, будем выбирать. Спасибо, Илья, что пришел к нам. Спасибо. У нас в гостях был Илья Сачков. В глобальном рейтинге Forbes есть 8 человек, которые стали миллиардерами до 30 лет. Мы расскажем вам о 3 селфмейдах, которые получили эти деньги сами, не по наследству. Кайли Дженнер – самый молодой миллиардер в мире и одна из представительниц богатого на таланты семейства Кардашьян. Бизнесом она стала заниматься еще 9 лет назад, когда вместе с сестрой Кендалл запустила собственную линию одежды. Но настоящий успех Дженнер принесла торговля косметическими наборами через социальные сети. В конце 2015 года она запустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics, первая партия которой была распродана за 30 секунд. Путь в список Forbes ей проложил контракт с сетью магазинов Ulta, в которых Дженнер буквально за 6 недель продала косметики на $55 миллионов. Джон Коллисон – основатель и президент платежной системы Stripe. Компанию Коллисон основал в 2010 году вместе с братом Патриком. Братья провели детство в ирландской деревушке Дреминира, а сейчас живут в Кремниевой долине. Среди инвесторов Stripe – Илон Маск и Питер Тиль.
Первый стартап братья создали в 2007 году. Компания Шупа занималась разработкой приложений, облегчающих процесс покупки на аукционах eBay. Спустя год оба стали миллионерами, продав компанию за 5 миллионов долларов канадской LoveCurrent Media. Эван Шпигель, исполнительный директор и основатель Snapchat. Сегодня у приложения порядка 191 миллионов пользователей. Шпигель основал Snapchat вместе с одногруппником по Стэнфорду Бобби Мёрфи. В 2013 году партнеры отклонили предложение Facebook. Цукерберг был готов купить Snapchat за 3 миллиарда долларов. В 2015 году сервис привлек финансирование на 538 миллионов долларов, а в 2017 году вышел на IPO. На этой неделе самым богатым жителем Лондона стал российский миллиардер Михаил Фридман, хотя в детстве он мечтал совсем не об этом. Ну, например, я хотел стать физиком-теоретиком. Я не знаю, насколько это можно назвать мечтой. Мне хотелось, в общем, стать таким серьезным ученым в этой области. Квартира своя, машина, там, ну и так далее. В общем, какая-то такая нормальная жизнь. Мне хотелось, что у меня будет возможность ездить за границу. Нет, я еще первый раз поехал за границу, еще будучи студентом. Кстати, в этой поездке я близко очень сошелся с моим нынешним партнером, вот, Алексеем Кузьмичевым. Я привез тогда из Болгарии, я помню, чемодан книг на русском языке, двухтомник Стейнбека на русском языке. Я купил несколько книг Фолкнера на русском языке, соответственно, ну и другие книги, так сказать, да. Вот. Ну а потом, опять же, кроссовки на липучке. А что за кроссовки были? Не помните, они Пума, по-моему. Да нет, там не по лицензии. Это же была советская система. Они там, по-моему, по лицензии Пуму производили. Но купить Мерседес тогда никто не мечтал, что это было за пределами добра и зла, так сказать. А Жигули это вот окей. В этом смысле она тоже сбылась. Я как только заработал деньги, купил Жигули. Первые. Какого цвета? Красного. Какая была? Она была поддержанная машина, поэтому выбирать мне не приходилось, так сказать. Мой товарищ близкий, с которым я дружил всю жизнь, его папа продал мне поддержанную вторую модель «Жигули». Однако Лондон занимает только 5-е место по числу проживающих в нем миллиардеров. Forbes подготовил очередную статистику мегаполисов, густонаселенных участниками рейтинга богатейших. Первым номером стал Нью-Йорк, где живут 84 миллиардера с совокупным состоянием практически 470 миллиардов долларов. На втором месте Гонконг – 79 миллиардеров и 355 миллиардов долларов. В тройку лидеров городов, в которых проживают миллиардеры, стабильно входит Москва. В 2019 году Forbes нашел в российской столице 71 долларового миллиардера. Обычно в этих городах находится и самая дорогая, самая элитная и самая высокая недвижимость. В Москве это комплекс «Башня Федерация», самые высокие апартаменты в Европе, высота 374 метра. Честно скажем, что конкурс Сатины Канделаки не являлся сложным, особенно для нашей аудитории. Многие знают Лилиан Бетанкур. Победителем конкурса становится самый активный наш подписчик Илья Яниев. Футболка с автографом Тины Канделаки отправляется вам. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Хочу напомнить, что выиграть новый MacBook сможет только тот, кто будет подписан на наш канал, расскажет о нашем видео и выполнит все условия в описании. Forbes – инструмент капиталиста. Участвуйте!